Откуда произошли панды и почему они едят бамбук? Откуда произошли панды и почему они едят бамбук? 8 часов Рия. Новости, Михаил Сербин. Большая панда в научно-исследовательском центре разведения панд города Ченду в Китае. Рия Новости, Михаил Сербин. Москва, 8 июня Рия. Новости, Альфия Яникеева. На этой неделе посетители московского зоопарка увидели панд Диндин -Дин и Жуи, привезенных в столицу в конце апреля китайские специалисты передали животных по программе сохранения редкого вида. РИА Новости рассказывает о том, кто были предки панд, когда они перешли на бамбуковую диету и почему эти животные не похожи на остальных представителей семейства медвежьих. Панды – коренные европейцы. Предки панд жили на территории Испании примерно 11,6 миллиона лет назад. Их клыки и коренные зубы могли справиться с твердой растительной пищей, а значит, Диета хотя бы частично напоминала рацион современных гигантских панд. Это открытие палеонтологов весомый аргумент в пользу того, что первые бамбуковые медведи появились в Западной Европе, а не в Китае. Выдвинутую гипотезу, пусть и косвенно, подтверждают зубы возрастом 9-10 миллионов лет, обнаруженные французскими и испанскими учеными в окрестностях города Рудабанья на востоке Венгрии. Они напоминают имеющиеся у современных больших панд. Значит, виды как минимум принадлежат к одному роду. Анализ микротрещины царапин зубной эмали показал, что древние панды, так же как и сегодняшние, питались твердыми побегами бамбука. Эй, бела, э, Челюсть и зубы самой древней панды на планете, извлеченные из отложений времен Миоцена в Каталонии, Испания. Панды не умеют переваривать бамбук. Большая панда единственный медведь-вегетарианец в мире. Как правило, чтобы не умереть голодной смертью, ему надо съедать около 12,5 килограммов бамбука в день, ведь усваивается только 17% потребляемой пищи. Недаром они проводят за едой по 14 часов в сутки. Причина такой неэффективности проста пищеварительная система ПАНД не способна перерабатывать листья и побеги бамбука. По посчетам китайских ученых. Эти животные перешли на растительную пищу всего 20 тысяч лет назад, совсем недавно по меркам эволюции. За это время их пищеварительный тракт не успел измениться. Он устроен примерно так же, как и у всеядных животных. У пант нет многокамерного желудка или удлиненной тонкой кишки, где происходит переработка растений. Нет и особых генов, отвечающих за выработку ферментов, необходимых для переваривания растительных волокон. 19 июня 2018 года, 17.17. Палеогенетики впервые воскресили ДНК древней панды. Организм панд находится в постоянной спячке. Панды извлекают в разы меньшие энергии из пищи, чем, например, коровы или овцы, и не умереть на растительной диете и им удается только благодаря особому метаболизму. Как оказалось, организму панд требуется только 1100 килокалорий в день это около 37% энергии, которую потребляют млекопитающие таких же размеров и массы. Подобная экономичность не характерна больше ни для одного вида животных, кроме ленивцев с их специфическим образом жизни. В отличие от ленивцев панды довольно активны, хотя и двигаются меньше и медленнее, чем другие медведи. Кроме того, температура их тела ниже, чем у остальных млекопитающих, но не дотягивает до той, что характерно для впавших в спячку или анабиоз животных. Главный секрет экономии энергии низкая скорость обмена веществ, возникшая благодаря поломке в гене. Диокс 2. Он участвует в синтезе гормонов щитовидной железы тироксина и триотиронина. Уровни этих веществ в организме пань даже ниже, чем у бурого медведя, ушедшего в зимнюю спячку. 4 июня 12.4. В Китае надеются, что привезенные в Москву панды принесут много радости. У панд на лапах по шесть пальцев. Панды стали строгими вегетарианцами примерно 20 тысяч лет назад. Если пищеварительная система за это время не успела приспособиться к переработке жестких растительных волокон, то лапы значительно изменились. Для того чтобы тонкие стебли бамбука не выпадали из-за широких медвежьих конечностей, у панд появился дополнительный большой палец. Он развился из всесамовидной кости запястья. Этот пальц есть на всех лапах панды, но на передних он значительно больше. Впрочем, полноценно двигать им животное все равно не может. Он только помогает удерживать бамбук в лапе во время еды. Иллюстрация Риа Новости. Большой палец панды развился из всесамовидной кости запястья. Иллюстрация Риа Новости фотос. Донья Дополнительный большой палец панды развился из се самовидной кости запястья.